Кто у нас первый готов спать? Кто первый пришел спать ложиться? А? Девчоночка. Да. А тут кто еще идет? Идет. Кого надо подсадить? Вигусеньку надо подсадить. А Милуська сама запрыгивает. И Лялюшка молодец, запрыгивает, да? Ой, а это почему ты всех отгоняешь? Что за суровая псина такая? Ну такая милая, маленькая лялька-то наша. А тут у нас кто? Маленький нежненький зверь? Маленький и нежненький. А Буська с Донькой уже легли спать, да? Уже спать легли. На кухне притутулились меховые наши, да? И спят. А, это скажет, ну вот, все пришли. Я тут думала, целый диван займу. Вот еще и Хуня, как ты быстренько запрыгнул-то. Я тебя даже не заметила, а, миленький. А Милуська уже все сидит. Такая, говорит, я уже засыпаю, да? Засыпает девчонка. Миленькая девочка. Ну, а лялька всех поцеловать. А ее всех целовать. Ой, ой, милота на милоте, да? Только сказала милота на милоте. Мила говорит, отстаньте от меня. Что вы ко мне пристаете? Я устала, хочу спать, да? Тетя, какая девочка, скажи, столько дел за день переделано. На улице были, играли, веселились, да? Носились. И скажи, опять какие-то тут деятели прям вокруг меня. Да? Ой, ты моя, да, сейчас. Скажи, я сейчас себе норку выкопаю и спрячусь. И спрячется она, маленькая девчонка наша. А мы всех целуем, обнимаем, доброй ноченьки желаем. И прощаемся с вами уже до завтра, да? До новых встреч. До новых встреч, наши золотые. И Лялечка вам тоже все приветики вам передает. А этот вечерний кусь делает, да? Маленький милашек. Колесия заровасик такой. Крепкий такой растет, прямо такие лапы мощные. Мощный весь такой, широкомордый. Да, широкомордый ты. Маленький такой хороший мальчик. Но мы всех целуем и со всеми прощаемся. До завтра, наши дорогие.